Итак, Чукотка отметилась небывалой для себя активностью на выборах депутатов Госдумы. На участке пришло более 64%. В Анадыре показатель чуть ниже, но тем не менее немал, почти 54%. По сообщению зампредседателя избиркома Чукотского автономного округа Александра Агаповой, активность граждан, имеющих право голоса на полуострове, примерно такая же, как была на выборах 2007-го. В других регионах Дальнего Востока явка избирателей отстает от показателей 2007-го и находится на том же уровне. На Колыме к 15:00 по местному времени на выборах депутатов проголосовали почти 34% избирателей. Об этом сообщается со ссылкой на местный избирком. Электорат Колымы состоит из 119 929 человек. Нынешняя избирательная кампания в Магаданской области в этом году идет чуть активнее, чем на выборах депутатов Госдумы в 2007-м. На Сахалине и Курилах к 15:00 местного времени проголосовало 36,5% избирателей. Явка в Иркутской области в полтора раза меньше, чем на прошлых парламентских выборах. К 10 утра по местному времени она не превысила и 5%. Самые активные избиратели там живут в Тулунском районе Иркутской области. За два часа голосования на участке пришли почти 8% избирателей. Так, что еще? В Якутии на выборах Госдумы отстает от 2007 года, правда, не намного. Переходим к Москве. Здесь уже проголосовало тоже порядочное число избирателей. Дмитрий Медведев с женой отдали свои голоса. Произошло это на московском избирательном участке номер 2634. В 10:00 супруги Медведева приехали в здание школы номер 11-18 на улице Довженко, поднялись в комнату для голосования. На втором этаже по паспорту получили избирательные бюллетени и прошли в кабины для голосования. Избирательный участок, где голосовала президентская чета, оборудован автоматическим аппаратом обработки избирательных бюллетеней. «Здравствуйте, ваш бюллетень обработан», — сказала машина после того, как Медведев опустил туда документ. «Спасибо», — с улыбкой поблагодарил глава государства и поднял большой палец.